Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелова Борис, и я сегодня буду рассказывать о суперкопилке. Много наслышался, много мне сообщений пишут в личные сообщения. Я была в суперкопилке, меня не зацепило. Ребята, а вы когда-нибудь получали 100 долларов за один вечер? А вы когда-нибудь получали партнерских 100 долларов за короткий срок? Сейчас могу продемонстрировать свой кабинет. Давайте посмотрим. В суперкопилку я зашел 16 ноября 2019 года. И в суперкопилку я пришел строить свой пассивный доход. Да, на самом деле такой доход есть. Вот смотрите, я вам показываю. Это было 6 ноября 2019 года. Что у меня получилось... Что у меня получилось? Ну, у меня отлично все получилось. Совсем недавно я принимал участие в конкурсе. В конкурсе участвовало более там 150 человек, если я не ошибаюсь. И вы можете посмотреть буквально. Вот вчера, за вчерашний день, 14 января, мне пришло вознаграждение 100 долларов. 100 долларов. Запомните эту цифру. Теперь мы перейдем к партнерке, посмотрим, сколько же можно пригласить партнеров. То есть на первом уровне у меня 60 партнеров, на ниже уже второго уровня, уже со второго по последующий, по восьмой уровень у меня 14 человек. Ну, обратно же это особо вас не возбудило, но смотрим сумму. 95 долларов. Вы рассказываете, что в суперкопилке нельзя заработать. Теперь мы перейдем на главную и посмотрим, какой же пассивный доход я строю на данный момент. Запомните, я зашел в суперкопилку на 20 долларов. На первые 20 долларов, которые лично я от себя вложил. И мне на счет поступило еще плюс 30 долларов. 10 долларов вам дается после регистрации, и следующие деньги 20 долларов вам дается, когда вы пополняете свой счет на 20 долларов. Смотрите, какая сумма может вырасти вот из этих 30 подарочных долларов и тех денег, которые я вложил. Ну, можно сказать, я начал с 20 долларов, и сейчас на данный момент у меня ожидаются выплаты 716 долларов 99 центов. Решать вам, конечно, вы скажете, что суперкопилка это не тот проект, в котором можно зарабатывать. Ребята, это тот реальный проект, где с минимальных вложений можно получить максимальную выгоду. Теперь следующий шаг за вами. Если вы были раньше в суперкопилке, на данный момент я сейчас являюсь финансовым консультантом консалтингового центра. Вы можете обратиться ко мне, и я вам расскажу, как можно легко и просто в интернете сделать свой пассивный доход. Ссылка на регистрацию под этим видео, кто еще не регистрировался. А кто был ранее зарегистрирован и их не вдохновила суперкопилка, обратитесь ко мне. Я вам расскажу, как можно построить свой пассивный доход в короткие сроки. На этом заканчиваю. Всем привет!